Момент аварии попал на видео. На записи, сделанной в 9 часов 10 минут утра, разогнавшийся грузовик внезапно сворачивает налево, прямо на остановку, от которой секундой раньше отошел трамвай. Один из пешеходов в панике бежит через рельсы. Другой не успевает и оказывается под колесами. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, девушка 91-го года рождения, получила травмы и была госпитализирована с места дорожно-транспортного происшествия. Также механические повреждения получил автомобиль ВАЗ-2107, который в момент ДТП остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. На крышу «семерки» упала вырванная секция ограждения. Сергей Левашов ехал на пассажирском сиденье. Он, видать, на большой скорости шел, и чтобы в нас не въехать, повернул на остановку. Резко. Даже, по-моему, не успел затормозить. И все, там женщина стояла, сразу под колеса к нему. Ну, женщина, по-моему, ногу оторвала. Он то ли вперед, то ли назад хотел, чтобы с нее съехать. И еще хуже получилось. И все. Ну, была в сознании. Потом скорая быстро приехала. Забрали ее. Я услышала, как скорые едут, одна, другая, а у меня балкон выходит сюда, посмотрела, стоит машина, и реанимация, потом скорая подъехала, еще ехали скорые. Водители грузовика «семерки» пытались помочь пострадавшей до приезда врачей. У женщины множественные травмы, состояние оценивается как крайне тяжелое. После операции с участием сразу трех бригад хирургов и двух бригад анестезиологов-реаниматологов пациентка направлена в реанимацию, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Юлия Алексеева, Антон Ступко, СТС Челябинск.